Ребята, правда, вы огромные молодцы. Вы сделали все, что могли, все, что от вас зависело. И нам с вами остается только ждать. Потому что весь груз ответственности сейчас падает на плечи наших судей, наставников. Друзья, я вам не завидую. Я правда не хотел бы оказаться на вашем месте. Это очень сложно, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. У вас есть буквально несколько минут для того, чтобы принять решение, кто останется, а с кем мы попрощаемся навсегда. Обязательно дождитесь нас. Мы вернемся очень скоро и узнаем, кому из этих двоих повезло больше. Ева допомагає залишатись.